Короче, ребят, приехали на гараж. На улице ветер со снегом. Мой, наверное, захотел моченых помидорчиков. Не знаю, что приготовить на ужин. Доели бешбармак. Что мы еще ели? Я в основном что-то на сухомятку перешла. А, сейчас скумбрию покушаем. Точно. Сейчас покушаем скумбрию. Надо, значит, тогда картошечки отварить или пожарить. Пожарить. Пожарим картошечку. Скумбрия, помидорчики, колбасы, кто хочет мясо. И супчик, наверное, надо сварить завтра жидненького. Вот, на улице ветрище, сейчас покажу. Вот, смотрите, у нас такой снег идет, мокрый снег, короче. Там у нас товарищ живет в гараже. Ну, вот так вот, видать, гараж, там человек живет. У него теплушка там своя, труба. Антенна для телевизора. Короче, не мерзнет. Вот так вот остался без квартиры. Жена лишила. И в гараже обосновался. Ну, он живет, ремонтирует машины, короче. Да, мне кажется, у него есть жилье. Ну, не знаю, он тут и зимой, и летом. Друг. Друг наш. Ну, тут все, он всех друг здесь. Потому что все к нему обращаются. За помощью что-то сделать, за советом. Так что нормальный мужик. Мы там картошку ему тоже даем, когда у нас мелочи много остается. Ну и так тоже, когда шашлыки едим, угощаем. Ну, короче, ну он за деньги работает, он не выпивоха, ничего. Хотя не знаю. С ним женщина еще жила. Да, ну что-то я ее не вижу. Ну, женщина тоже, видать, без определенного места жительства. И с ним жила. Сейчас что-то я ее давно не вижу. А когда я вижу, я что, сюда езжу, что ли? Я когда последний раз была? Наверное, когда картошку привозили с дачи. Ну, заезжали как-то сюда, да. Стаканчики привозили с дачи. Стаканчики забыла на даче, привезла. Буду на тот год опять все садить. Рассаду. Неугомонная я. Ой, у нас собачки туда. Собачки у нас хорошие. Всегда забываем сюда это привезти, что-нибудь покушать. Ну, их тут кормят. Кстати, на гараже мы давно уже шашлык не жарили. А сейчас у нас электрошашлычница же есть. Сейчас уже и не надо жарить. А, вон он, кстати. Видите, на крыше. Что-то несет. Утепляется, наверное. Что-то тяжелое несет. Что это такое? Аж плохо видно здесь. Куда-то потащил что-то. Наверное, утепляется. Что-то на крыше. О, что-то слышу голоса женские. А, вон его и женщина там. Блин, плохо видно. Ну, ладно, вам это не надо. Чужая жизнь, наверное. Неинтересно или интересно, а? Подскажи. Так, посмотрим, что с гаражика супруг взял. Что он взял? Не поняла юмора. А, это, наверное... Откуда он это взял? У нас колбасы валом, хлеб. Так, смотрите. Перчик. Перчик взял. А это что взял? А, это я кабачки закручивала. А, квашеные кабачки взял. И помидорчики взял, квашеные. Красненькие, не зеленые. Он делал зеленые и красненькие. Так, сейчас пожарю картошечку и покушаем вот эту солонинку с вами. Вот, девочки и мальчики, скумбряшечка. Сама солила. Вот такая мясная тарелочка. Карбонат. И колбаска. Прима. Я уже кушала. Сало копченое. Тазик помидор. И этот, как его, перец. Ну, короче, еще жарится картошечка у нас. Вкусняшечки. Хоть я такая отекшая, но соленая я обожаю. Посолила селедку. Не селедку, а скумбрию. Ем по кусочку каждый день. Получается, ужинаю. Жирочком. Перчик едим для профилактики, чтобы не заболеть. Сейчас сальце. Очень вкусно. А сейчас помидорочку.
такие, знаете, резкие. Лучше, чем соленые. Слышите, жарится картошечка. Пойду переверну ее. Ну вот и румяная картошечка подоспела. Ребята, я всегда ложу почему-то, мне всегда вот эта лаврушечка попадается. И не одна, смотрите, два. Раньше это было к письму. А сейчас к чему? Кто подскажет примету? Когда лаврушка попадает. Картошка. Помидорки. Очень вкусная. Картошечка. Мне кажется, лучше еды, чем жареной картошки нет. Своей, домашней, с дачи. Какая фрита во мне это? Еще селедочку. Второй кусочек. Второй кусочек. И селедочка скумбрия. Не знаю, мне понравилось, как я посолила. На одну скумбрию ложка соли столовая, две ложки сахара. Дня три она у нас лежала, да? Мы не стали через сутки ее кушать. Жирненькая, вкусненькая. Все, всем приятного аппетита. Пока-пока.